сказал: всем привет, ребят, чуть-чуть наше впечатление о телефоне от компании Honor, ну что, девятка i. Надеюсь, что будет, ну что, кому-то интересно, ну что, что мы имеем. Ну что, действительно, в компактный, ну что, телефон с шикарнейшей, скажем так, сборкой. Ну что, по впечатлениям, каркас, ну что, сделан из металла, но действительно, я вот, ну что, не уверен. Оптимально, ну что, считать по форуму, ну что, из пластика, из металла он сделан. Спинка из металла у нас, и спереди, ну что, из металла, и по качеству, ну что, все вполне окей. Ой, ну что, стекло, ну что, спереди, ну что, извините, я по привычке, ну что, чуть сказал не то. Единственное, что бы, вот, сказал бы из недостатков, что у нас, ну что, используется вот микро-USB, но акцентировать на таком, я считаю, что, ну что, так себе. Ну что, знаете, вот изначально он стоил там вообще $180, за $100 у нас есть, ну что, качественная сборка и камеры, экранчик, что в целом аккумулятор, ну что, вполне окей, ну что, я примахивался, ну что, вот здесь я считаю, что что-то не стоит. Так, спинка, ну, с камерами, что у нас идет, единственное, ну что, где китайцы их, ну, сэкономили, что у нас используется гибридный лоток для сим-карт. Скажем, что не смертельно, ну что, 464, вот если у тебя идет, но если вы купите, ну что, 3.32, то будет, ну что, чуть, я считаю, ну что, туговато. Еще из недостатков, чтобы, ну что, отлично, что для меня, что, ну что, вы включаете его, и фигушки, и все, ну что, телефоны от компании, у них, скажем так, ну что, функция была, вот вы, ну что, вот так его взяли, и включался экран, что здесь, ну что, вы, ну что, не увидите. Что в телефоне сканер есть, ну что, включается и срабатывает, ну что, в целом, ну что, вполне оказалось, ну что, окей. Захотели, у нас есть, ну что, и сканирование лица, и в чем плюс его, вы знаете, что, ну что, учитывающий, что, ну что, телефон и старенький, и слабенький, но и включается и в темноте, и при солнце, ну что, все вполне, ну что, комфортно. Ну что, в телефоне оказался, ну что, индикатор, ну что, включаете и светится, ну что, вполне, ну что, окей. С подсветкой экрана, экранчик у нас идет 5,84 Full HD Plus, и, ребят, ну что тут, ну что, все в комфортах. Что включаете, скажем так, ну что, по максимуму, то, что все окей, и включаете по минимуму, что все в комфорте. И в чем плюс, то, ну что, включаете автоматическое, что, освещение, ну что, включается и срабатывает, ну что, вполне окей, и претензий, ну что, нет. Я думаю, что все, ну что, с подписчиков, то, ну что, включали вот распаковку, что экран, что здесь, ну что, действительно, вполне, скажем так, и включается и Full HD, и 60 FPS, и все вполне супер идет. Вот чтобы вы увидели, ну что, еще раз, ну что, включаем картинку, чтобы глянули и за компанию, чтобы, ну что, увидели, ну что, скорость, ну что, включения YouTube. Я думаю, что вдруг окажется, ну что, интересно кому-то. Сюда включается по качеству, смотрите, чтобы вы увидели, включается из Full HD и 60 FPS, и делаем картинку по максимуму. И вот я честно скажу, ну что, с цветами, ну что здесь, ну что, все, что вполне окей. Экранчик, ну что, действительно, что изумительный идет, что и хотелось бы, что примахаться, но вот, ну что, учитывая, ну что тот, скажем так, ну что тот телефон, что я использую, отличие, чтобы сильное было, ну честно, вот я бы, ну что, не сказал. И при том, что здесь, ну что, используется, что другая технология, и что из плюсов, ну что, у телефона, что он действительно, ну что, в компактный, и плюс, ну что, в комплектации чехол идет, но, честно, вот я вот так, ну что, использовал его, ну что, в мешочке, ну что, специально, чтобы, ну что, не испортить, и знаете, ну что, чехол. Но все включается и срабатывает, ну что, вполне окей. Есть, ну что, сделаем чуть-чуть, ну что, темнее, чтобы было, ну что, и комфортно, и картинка, и шва, ну что, и вы увидели. Используется стандартный их, тут лаунчер, я думаю, что, ну что, из подписчиков, ну что, все видели. Но в чем прикол, что, вот, ну что, включился, ну что, к интернетам, и с тех пор, ну что, было у нас целых, ну что, 3 обновления. И, ребят, чтобы вы глянули, ну что изменилось, ну что с тех пор, ну что и прошивка у нас здесь есть, ну что и процессор, что 4,64 гигабайта идет, экранчик, и, скажем, ну что интересного, ну что тут больше вы что-то не увидите. Единственное, скажем, ну
что вдруг окажется, что интересно, вот включу, что скриншоты, что сделал по аккумулятору, что чуть-чуть, чтобы глянули, и тест на Throttling. Так, в секунду включаем фото, где включить альбомы. Есть, и включаем скриншоты. Я думаю, что будет, ну, чуточку, что вот поинтереснее. Смотрите, что у нас оказалось, ну, что Antutu 107 тысяч, ну, что вполне, ну, что циферка окей. Так, ну, что Throttling, что 15 минут, ну, что включал, и в чем прикол, смотрите, ну, что включал, ну, что в другой ситуации, и с таким же самым, ну, что сценарием, и здесь оказался у нас, ну, что к чему я рассказываю, что синтетика, все-таки, ну, что синтетика, так, ну, что Geekbench 4, по идее, да, у нас идет, и 5, ребят, что глянули, ну, что с циферки, и, естественно же, чуть-чуть, потому что синтетики по аккумулятору. Смотрите, что, ну, что по экрану идет. С цифры, ну, что вполне окей. Единственное, что вот я играл, ну, что в игрушки, и по тестам у нас, ну, что ситуация, знаете, я бы не сказал, ну, что все классно. Ну, что в игрушках аккумулятора, что где-то хватит нам на 4 с копейками часа, ну, что при условии, что, ну, что с 50% с подсветкой будет. Так, смотрите, ну, что в тест аккумулятора, ну, что Geekbench 4 идет, есть, ребят, и, естественно же, Antutu тестер. Вот здесь, ну, что кажется, что на 100%, что день, что использование, ну, что вполне окей. Рассказываю, ну, что вот как, ну, что вот я, ну, что использовал. Чуть Ютуба, чуть-чуть там, что и звонков, и вайберов, ну, что смс-ки. Вот такое, вот знаете, те функции, что вот я их, ну, что использую, то все, ну, что вполне, что комфортно вот оказалось. Единственное, что вот я в игрушки, что не играл. Процессор тут, ну, что слабенький, и, ну, что комфортно. Вот, вот единственное, что вот я играю, ну, что в танки, то вы, что здесь вот не поиграете. Что лукавить я что-то не хочу. Звучание, вот, ребят, я включал, но включу еще раз, ну, что включается и срабатывает, ну, все вполне окей. А где делась вся музыка, я не понял, с телефона. Ну, все, я как обычно, наверное. Так, ты включили. Ага, ну, что вы включаете, будете. Включаете из плеера, из звучания, что от нефти. В чем прикол, что включал из трансмартов, из басеусов и из G-Room в T03S, ну что звучание вполне окей, и претензий, что к ним нет. И включал и 3.5, ну что вполне, ну что все в комфорте. По качеству, ну что динамика и микрофона, вот если вы общаетесь, ну что и с людьми, ну что все супер, ну что идет, ну что претензий, что нет, ну что к чему. Вот я рассказываю, что, ну, что включаете, ну что звонилку, и локализация у нас, ну что, 100% идет. Здесь вы, ну что, не примахаетесь, ну что к нему, ну что действительно, ну, что все вполне окей идет. Уж тесты вот рассказал, ну что спутники, ну что включается и ловит, ну что вполне комфортно. Вот смотрите, чтобы вы увидели, что для спортивного, ну, что интереса, ну, что включаем вживую, вот именно, ну, что в помещении, что включается и споймает, то будет, ну, что все окей, ну, что не включится, ну, что не споймает, ну, что учитывающие, что тучи, то будет, ну, что печалька. Но, ну, что по факту и по опыту, ну, что в помещении сигнал, что ловится, что хреново, что телефон. Но вот я, ну, что жду все-таки, ну, что чудо, и свершилось, вот, ребят. Ну, что, в чем плюсы? Смотрите, ну, что у нас есть скачки, ну, что в точности, но, ну, что в целом, вот только вы вот на улице, спутники, ну, что здесь, ну, что все классно. Так, ну, что здесь я рассказал, ну, что я так думаю, что все, ну, что пункты, что, ну, что вдруг интересовали кого-то. И, конечно же, камера. Вот, ребят, у нас есть, ну, что 13, ну, что пикселей основной идет, ну, что я там не акцентирую на, ну, что дополнительной, ну, что в камере. Честно я скажу, что с портретами справляется, ну, что хреновый телефон. Здесь, естественно же, ну, что истесывает и уши, и прическу. Просто, что гляните, что
с примеры и фото, и видео. И здесь у нас 16-ка идет, потому что в целом что все окей. И спереди, и сзади, что только шипится из Full HD у нас, ребят, ну что в 30 FPS. Знаете, ну скажем, хотелось бы все-таки, ну что 4K, но к сожалению, что вот его, ну что вот здесь нет. Но, ну что по камере, при солнце, в прекрасном, ну что освещении и днем, картинки, ну что изумительные у нас идут. Вот видите, у меня, ну что, фон идет, ну скажем так, что пример идет из камеры. Что вот я пофоткал, ну что чуть-чуть, и с цветочками я вам скажу, что, ну что в конечном итоге здесь, ну что в картинка идет, ну что изумительно. Вот смотрите, что включаем цветами, вот, ну что пример, что ты включаешь, ну что сближение его, и детализация, ну вот если вы, ну что с телефона включаете, ну что все вполне окей. Я в конечном итоге, ну что все склепаю, и фото, и видео, и днем, ну что и ночью, чтобы вы, ну что поняли. И, естественно же, о недостатках камеры. Из-за фокусного, из-за апертуры телефона в темноте у нас идут конкретнейшие шумы. И, ребят, ну что, картинка, она идет, вы знаете, что, ну что вписали ее кистью. В конечном итоге, ну что, при условиях, ну что, плохого освещения в картинке, ну что, толковые вы, ну что, вот не увидите. И автофокус, ну что, включался и срабатывал, ну что, долговато и, ну что, вот неудобно. Ну, скажем так, что при условиях классной погоды и условий у вас изумительная картинка будет, вот, ну что, только ну что, в помещении или где-то так, картинка будет, ну, столько там шумов, что стыдно ее, ну, что показать, что для кого-то. Что все включается, и программа, ну, что вполне, что комфортно, и претензий, ну, что тут нет. Вот я включал уже, ну, что все полностью. Я даже вот не знаю, ну, знаете, кто искал, чтобы телефон, ну, что действительно, ну, что комфортный был, то все окей. Еще, ну, что из недостатков, я, ну, что думаю, что кто-то только что, что увидел, я установил, что G-Board, и смотрите, в чем прикол. Что ты включаешь ее, и видите, какая линия у нас идет. Что вот нет оптимизации, чтобы ее, ну что, скинуло вниз. Я думаю, что, ну что, такая, столкнулись с такой ситуацией, что вот я, ну что, приложение вот не сделал на, ну, целый экран. Ну что, по поводу, ну что, еще экрана, вот 100% окажутся, ну что, те люди, в которых, ну что, не устраивает, что челочка идет. Если захотели, у нас есть, ну что, пункт, чтобы спрятать челку. И в чем плюс, скажем так, ну что, прячется аккуратненько и смотрится, учитывая, что здесь у нас, ну, толстая идет, то, ну что, все вполне, ну что, симпатично и красиво. Из, ну что, конкурентов, ну что, телефонов в таких, ну что, ценах я не буду, ну что, учитывать всякие там, ну что, Umi и всякую, ну что, ту хрень. У нас есть, естественно же, и Lenovo в Cave 5 Pro. Чуть-чуть, ну что, докините Z5S. Естественно же, есть и Vivo U3X. Да блин, скажем так, ну что, в конкурентов, ну что, у него есть. Но просто, что вы получаете качественный телефон. И что самый, ну что, главный, ну что, плюс его, что он, ну что, компактный и удобный. Вот, ребят, ну что, просто, чтобы вы, ну что, увидели, вот, до такой степени, ну что, отличаются, ну что, телефоны. Я говорю, что, ну что, в компакт за, ну что, классную стоимость идет по качеству и сигнала, и связи. Ну что, тут все, ну что, супер. Из этого я, ну что, ставлю ему, ну что, 4 с плюсом. Ну что, действительно, ну что, есть чуть-чуть, ну что, недостатки. Но они, ну что, закрываются, ну что, плюсами его. Ну что, действительно, вполне, ну что, все окей. Всем спасибо, извините, но вот я рассказываю, ну что, то мнение, что, ну что, отлично идет, ну что, от Леньки. Не купленное, ну что, купила за свои деньги, никто мне его не дал, я так думаю, что вы все в курсе. А там уже, ну что, думайте, что все сами. Купил бы я вот лучше за, ну, ту же стоимость,
Что чуть-чуть дешевле. Honor 8C. Ну, куча S. Потому что приставка. Ну, что вот если на нашем. Там просто, вот я не знаю, ну что за чего. Но там аккумулятор, ну что, в 4000. Ну что, да, экранчик, ну что, похуже. Он и здоровый, и толстый, и камера, ну что, похуже. Но вот я, ну что, в танки играю иногда, ну что, и долго бывает. И для меня бы, вот я бы лучше, ну что, купил бы, ну что, с драконом. Вот именно из-за танков. Из-за этого, знаете, вот здесь, ну, спорное чуть-чуть, ну что, решение. Но именно в компактность его, вот это, ну что, и фишка этого телефона. Вот, ребят, вот и все. Извините, что долго было, но я, ну что, попытался, ну что, рассказать как-то, ну что, чтобы впечатления были. Всем спасибо, пока.